атак, очень много атак у сборной Хорватии. Вновь там Брсалько. Да, крайний защитник, он перешел на край. Играть он подключился, и, может быть, кто должен был на отскоке стоять, должен был все-таки переключиться на крупные, высокие игроки. Весь штаб, все игроки, все тренеры, массажисты, все доктора, все в центре. Чуть не зацепился. Герой за него. Если бы это был... Естественно, посвященный футболу. Оставайтесь на Первом канале.